Добрый день. Находимся в Турции, в Сиде, отель Примасол Ханагарден. Вот сейчас покажу нам наш номер. Вот наш номер 3105. Расположен на первом этаже. Привет. Ну вот, начнем с коридора. Тут полочки, два больших шкафа, в них вставлен сейф тут, под обувь. Рядом довольно-таки большое вместимое место для чемоданов, здоровищей. Сейф платный, но мы им никогда не пользуемся. Еще ложечка для обуви где-то была. Да, ложечка. Вот такую ложечку для обуви у них. Туалет. Довольно-таки большая душевая кабина. Лейка внизу. Вода внизу и лейка наверху. Не съела. Вода горячая постоянно. Перебоев никогда не было. Ну, нормальный унитаз. Бумага туалетная хорошая. Два больших полотенца, два маленьких, одно для ног. Дают какие-то, дают тут что-то тут, наверное, шампуни, мыло, куча всего. Какие-то палочки, так и не поняли, для чего это. Дома посмотрим, что с ними делать. Ватный тампон какой-то. Ватные тампоны. Расчесочка. Расчесочка. Бумаги туалетной сразу тут. Три рулона. Зеркало вот такое есть. Шикарное. Душ. Жидкое такое мыло. Душевой кабине. Унитазик дай. Унитазик такой подвесной. Ёршик хороший. Телефон, если вам стало плохо. Ой, упал немножко. Дальше что у нас там? Что там? Мамрин чайник. Дают каждый день сахар, кофе. Тут каждый день столько. Почти нашел адидасовские в море. Стаканчики тут одноразовые в связи с коронавирусом. Масок куча выдают. Wi-Fi в номере хорошо ловит. Wi-Fi в лобби, Wi-Fi в ресторане, Wi-Fi на пляже. Все довольно-таки хорошо и быстро. Не верьте никому, что говорит, что слабый Wi-Fi. Нормально. И бесплатно. Бесплатно, да, Wi-Fi. Телевизор довольно-таки хороший, качество великолепное. По-моему, 6 русских каналов. НТВ, Россия, Россия-24, СТС, ТНТ, Первый канал. Ну да, вот уже телевизор, функция флешка, USB. Ну, у нас флешка, да. Мы иногда смотрим тут фильмы. Две кровати, одна большая, двухспальная. Одна кровать огромная, да. Вторая очень. Поменьше. Также вот в номере предоставляется холодильник. Вода. Вода там каждый день. Вот три больших, три поменьше бутылочки. Все, короче, все удобства. Пуфик. Хорошая пятерочка. Есть такой столик. Кресло мягкое. Балкончик. Балкон небольшой, но он и здоровый нафиг не нужен. Финики мы набрали. Финики мы в том году привозили, полежали дома. Такие были обалденные. Вот это самый лучший сорт фиников. Вот у нас тут вид на бассейн. На бассейн, да. Фиников вокруг моря. И на бар. Вон, покажи часы у нас. Время. Там и часы, температура. Да, сегодня у нас 19 декабря. 25 градусов. 25 градусов. 19 декабря. Все хорошо.
Вот так вот наш второй корпус нашего. Он, наверное, сейчас не заселен, так как народу мало. Он отель стоит из двух корпусов. И там море. Вот внизу рядом. Столовая. Люди сидят, едят. У нас очень удачный номер на первом этаже. Радуют вот такие сушилочки для белья. А то бывает приезжаешь и некуда повесить. Ну, кондиционер тоже стекает на балкон. Розеток много. Да, розеток много. Не как обычно. Да, и тумбочек много. Тут одна у кровати, там вторая у кровати, телефон, пуфики. Так что хороший отель, рекомендуем приезжать. Все, зеркал пока много. Одно зеркало вот, а другое вот большое прям. Зеркало шикарное. Хороший номер. Так, ну все, пока.